Ракель. Я говорю, не понял. Ух ты, какая собака, да? Дар. А что ты за меня прятался? Иди разберись с ней. Иди. Что она? Собак не любит? Да как так-то? Иди сюда. Иди сюда. Ты что тут быкуешь? Бык колхозный. А ну-ка, пойдем разбираться с ней. Пойдем с ней разбираться. Сона, дерзкая такая. Ракеля это. Садись, пусть маму охранять. Опа. Ух ты, кобра. Ракеля, кобра. Слышь, а меня такое это трется, говорит, я все. Опа. А, что такое? Что такое? Ракель. Нельзя, не кусайся только. Ага, у нас тут еще одна. А Витя, глянь, что творит. Витя вообще фиолетово. Давайте, говорит, холоп еще, постельку меняйте. Ракель, иди сюда. Она не поймет, что он такой дерзкий. Я здесь тут самая. Ракеля, ты где там, зайчик? Да, шлейку снимай. Моя кошечка. Кошечка, кошечка, злодеечка. Да, скажи, я сейчас зарядку съем с психов тогда. Че, ты голову утиную хочешь? Ах, ты голову хотел утиную? Ну, ты какой? Угу. Поняла? Она в шоке. Вот тебе мини-тобик. У тех большой этот белый пес, а у тебя маленький Ракель. 3600 сегодня взвесили его в клинике. Да. Ой, злой какой. Страшный серый. Ух ты! Злой страшный серый волк. Я в Ракелях знаю толк. Подвись енот. Да, вот так вот, правильно. Отогнал их и все. Поняла? Жопка. Поняла моя зёбка. Поняла моя холосенькая. Ну вот, а говорят, собаками не дружит. Вы не пробовали, скажи, завести вот такую собаку злую? Сегодня с маленькой, завтра с Тобиком будет дружить уже. Но Тобика мы в дом не можем тебе взять. Ты чё, говорит, попутала нюхать меня? Да ладно, дерзкий, дерзкий ты. Не бойся, моя косечка, не бойся. Ух ты! Голова-то мутиная, говорит, сусоная. Еленовка, ты чё там сидел? Иди к нам, зверинец наш. Ты моя девочка, да не бойся, давай подходи, подходи. Скажи, отвали. Надо его потрогать. Я, говорит, все вижу. Оп. Рука так и тянется, да, Ракель? Лучка так и тянется. Я думала, Витя больше интерес к нему проявит. Витя фиолетово, по-моему. Спускайся, моя Еленовка. Спускайся. Сейчас он тебя за морду тоже накусает. Нет, не накусал. Закипел. Чиха-чиха. Да Витя ж нюхает тебя просто. Ой, зверь. Все, 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 все. Ай-яй-яй, при чем?
ну не надо, только не занос, Витеньку. Все, 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 все. Все, все, брейк, брейк, брейк. Оп, а сам глянь, как нюхает с интересом их. Я, говорит, вам всех построю тут. Нифига, зверюга. Да Витя лег просто рядом. Спокойно. Все, все, понюхают тебя. Понюхают только тебя. Ну смотри, Витя даже шерсть тебя не дергает. Сейчас перегреется, по-моему. Позови его к себе, Миш. Михалыч, харе. Да не быкуй, Михалыч. Тихо. Все, 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 иди. Ай-яй-яй, чувак, укусил. Все, спокуха. Тихо, мой сладенький, все, все, все. А сам построить и хочет пойти, слышь? А ну-ка, греша, медузы в угол. Ой, Витя, он понравился, глянь. Мой зайчик, добрый мой. Нельзя, правильно, никаких животных обижать. Так, ну-ка, а ну все, все, все. Все, харе. Ну, у енотов реакция есть, они сразу морду прячут. Сразу выгинаешь. Все, 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 перегреешься, реально. Закипишь. Все, все, все. Сейчас он, Миша, гамак на стенку нам прикрутит, будешь в гамаке спать. Ну вот, а то тебе там скучно одному же. Ракель, ну харе тебе. Иди, иди, играйся, занимайся своими делами. Ага, видишь, он какой нервный. Сами боимся его. В страхе весь дом держит.